Да. И вот там точка была, а потом... А, то есть... Бородач, я про другое говорю, стой. Остановись. А мы сейчас с этой. Бородач, я не про то говорю, болото. Да ты там тоже был, бомбой там лебедился. Помнишь, где торфяник, где атлет там лебедился через все это болото, блин? Нет, так мы же с этой стороны. По такой жести. Вот, мы с этой стороны, а железо... Но он там был хотя бы раз, должен был. Нет, так тут две железки. На бомбе был он там или нет? Ну мы внутри железки. Хрен его знает, короче. Эх, самурай скачет по болоту. Блин, тут они уже тут мишени вешают. Опасные тут, конечно. А вон мой стул. Охереть, а как он тут оказался? Прикинь. Ты, наверное, забыл. Ну, Вити был на СТО. Это же мой стул, Макс. Я видел, мы когда сюда заезжали, он висел. Так это мой стул с СТО, который у Вити был. Мы должны его забрать. Это мой фамильный стул. Сможешь ты достать его? Ни хера себе находка. Неожиданный поворот. Да, это он. Мы его искали, все СТО перерыли. А он здесь висит, нас ждет. Давай, давай. Ну, Витя, скажу, покажу хоть что нашел. Да, это он. Да я вижу, ну что, будем чинить, это фамильный. Охренеть, вот эта тема, прикинь. А вот Женя идет. Как он тут мог оказаться, вот в чем вопрос. Я думаю, Витя его забыл в лесу, наверное. На танковой. Кто-то нашел и расстрелял. Вот это находка. День не зря прошел. Так у вас идет, очень вода упала, тут вода была на метр, на полметра, минимум больше. Ну, в принципе, неплохо, в этой луже даже караси плавают. Все нормально, полностью не высохло, и это радует. Тут мы отмечали день рождения. Так, 70-ка. Тут еще вода осталась. Слушай, оно раньше не соединялось, эта лужа одна с другой, что-то давно когда-то, наверное, это было, когда было много воды. Последнее время уже не было такого, да. Вроде диски с выносом, да, на 70-ке, но как-то узко вот они стоят. Как-то или мосты разные все-таки.
бывают. Хотя я вроде спрашивал. Напишите, кто знает. Да, интересная история стульчика все-таки, да? Как он мог с СТО оказаться в лесу, еще и в конце танковой, да? Первый раз вижу. Такое совпадение? Нет, стульчик. У Вити стоял он на СТО, вот тут, где... Где кушали, понял? Вот я его когда-то доставал, тогда, когда мы чинили газик, что-то, или перед этим. Или когда у вас еще чинили. Видишь, как в 70-ке сложно, как... Чуть темп теряет, да, получается? Когда надо нажать, он отпускает. Нам легче, конечно. Я просто еду не на сцепление, а на тяжку и все. Колесо качаем. И вот это легендарная шестерка. Нашли фамильный стульчик. Я его, кажется, стул и привез, насколько я помню. Потому что у деда моего не было такие. Это стул и стульчик от родственников. Да, это он. Придется починить, восстановить, блин. Я так не оставлю это. Поворот 90 градусов. Нет, больше. Паша. Какие-то джунгли въехали. Да, давно по этим дорогам никто не ездил. Это вообще, кажется, не дорога, Макс, это как она называется? Да нет, полоса это противопожарная, видишь, оно. Хотя не, может и дорога. Давно никто тут не был. Так, я не помню, сказал или нет, мы движемся в поисках знаменитого болота. Там, где 12 маньяков передают привет бородачу в Америку. Вот это мы сейчас едем, пытаемся его найти. Вот они сидят, пообедали, поужинали, сидим, ждем. Кого мы ждем, Андрюха? Дюймовочку или кого? А мне кто-то с утра звонил, попросил вас подождать, вот его и ждем. Вот еще два маньяка тут. Кто-то там доедает. Блин, а бородач в теплой Америке сейчас, когда мы тут мерзнем в минус 17. Дождь хлыщет, да, потому что ты его вспоминаешь. Торнадо, там торнадо в Америке. Ты думаешь, его несет сейчас по ветру или что? Сидит на толчке и несет. Блин, бородач реально икает весь день сегодня, наверное. Вайбер не заходил. Давай, Димон, передашь привет бородачу? Нет. Олег, передашь бородачу привет? Нет. Скорпион, передай бородачу привет. Никто не хочет передавать привет. Не хотят. Ладно, передаю сам. Бородач, привет тебе от 12 маньяков. Мы тут у костра ждем дюймовочку. Или кого мы ждем? Ну, кого-то ждем, короче. А вот, это не она, не, это... Ждем пока... А, это Саня, я думал, она идет. Маршрут, конечно, странный какой-то, но... Там и сильно заброшенные дороги. Ну, в принципе, нам это подходит. Правда, вероятность найти падает. На поле возле Княжичей, что там выезда нет или что они там ищут. Меня через ров? Да, что-то не может. И что, проедет он? Не может проехать. Не может, Леня? Да. Да ну нафиг, Леня не может. О, ох ты ё, вот это жестко было.
Нормальный такой оффроуд, да? Проедешь ты или нет? Вот это исполни. И посмотри, что творит. Маньяк. Так, ну кирпич. Ну тут непростое место, я вам скажу, совсем непростое. Диагоналка бешеная, колесо в воздухе. Опа. На база длиней блокировочка включилась. Теперь я. Для этой машины никакого препятствия нету. Поле, как на картинке, просто сказка. Бородач нас нашел. И сейчас мы повернем по проверенной дороге. Я ее хорошо знаю и примерно знаю, куда повернуть. Как-то дисбаланс какой-то идет. А с твоей стороны нормально колесо? Нет? Да. Так, бородач повернул. Может и туда, куда-то влево. Как мне кажется, рановато. Хотя мы там по лесу проехали прилично, но княжичей не видно. Бородач как мажор, на пневмоподвеске перекосы делает любые. Блин, пока найдем болото, будет темно уже, наверное. Разве что каким-то чудом. Да, белочки у нас тут. Видишь, как без координат нет привязки. Выехали просто на танковой, кружили-кружили по лесу, вправо ехали. Черти сколько. Какими-то заблудшими дорогами и выехали к началу третьего участка танковой. Это жесть вообще. Где мы могли быть, блин, час назад, наверное. Да. Самая короткая дорога, та, которую знаешь. Просто промахнулись километра на 3-4 в сторону вообще от того места. Да, нам надо, да, километра 4, наверное. Просто по каким-то джунглям опять едем. Теперь я уже пытаюсь найти то место, куда мы хотели попасть, но пока не нашли. Может, сейчас куда-то и выедем. Направление так правильное. Вот там иди. А нас тут будет вот ее. Вроде дорога нет, налево. Ну давай. Нет, нет. Была такая дорога приличного вида. Слева от нее была вырубка, но вот мы на нее попали, на ту вырубку, но не та, похоже. Такая интересная дорога, слышь, неровная по лесу. Четкая, квадратная, как-то она нас ведет. Низина была четкая, да, такая глубокая? Вроде как даже там болото я видел. Место не похоже. Вот мы сейчас отдаляемся. Вот она пошла туда, а мы типа отдаляемся. Сейчас, давай какую-то основную выскочим, чтобы... Четкая дорога, ты видишь, хоть она и кривая, косая, но низина вон там есть, кажется, да? Да, низина. Вот где-то... Вот, и тут даже влажно.
Где-то вот... Нам сейчас налево куда-то, да? Типа да. Где-то вот как... Похоже на то место, что мы ищем. Есть дорога, нет? Это же на Княжичи идет или просто похоже на нее? Хотя там другой не было. Вот. Загорожена дорога. Загорожена. Вот туда, вот как раз туда нам дали. Вот это может здесь. То мы там накатывали, может лесники загородили потом, потому что мы прокатывали. Где-то вот. Да, давай, давай, поворачивай. Опа. Что-то уперся. Это даже не дорога. Это дорога. Это что-то росла. 5 лет никто не едет. Как они то болото находили? Но оно где-то на карте было видно. Дорога? Там не было, там вот вдоль вот этой дороги, понял, оно было слева болото. Ну вот, болото слева, а мы сейчас... Не, слева от той дороги, с основной. То есть, а мы как-то углубляемся, оно было... Ну давай проедем. Думаешь, это дорога, да? А вот там что в низине? Вот там, я думаю, болото. Будете посмотреть? Это джунгли просто настоящие. Никуда не вклепать. Вот мы вниз еще спустились, да? Да. И еще чуть вниз будет. Еще вниз идет. Да, так в лесу тут сориентируйся, пойди. О, дорога? Да. Попробуй сориентируйся, когда точки нету, и ты примерно теоретически знаешь, где она. Попали на... Да? Куда? А, вот та, что была за дорогой, да, дорога. Да. Можно посмотреть у Паши те, что показано у него там. Давай. Какие-то водоемы. Давай посмотрим. Хотя, если оно тут показывает. Может, он тут уже ориентир тоже поймал. Да вряд ли. Так, друзья. Что-то нашли на карте. Бородач посмотрел. Увидели какую-то дорогу накатанную. Там вот накатанная была именно рядом. Макс говорит, она есть. О! Вот это? Подожди. Там туда. Туда? Да. Накатанная есть. Пока ее не нашли, конечно. Давай. Что-то страшно. Что? Я думаю, 50 метров, 100 а то и накатанная. Или может это она была на карте? Или может быть еще чуть дальше? Мы опять вверх куда-то поехали. Да, и... Да, хотелось бы найти это легендарное болото. Слышь, а кто тогда с нами? Крис тогда был? Не, Криса не было, Артем был. Крис где-то был в Польше. Или в Днепропетровске. Не. Ехали, да? Это куда-то уже не туда. Тут не ехали, дерево свалено. Сейчас с той стороны мы могли его не увидеть. Нет. Справа, смотри, низина такая жесткая. Я
оно тянет оттуда болото. Болото, в общем, называется. Да. Наконец-то каким-то чудом мы доехали до этой дороги. Вот это похоже очень на ту дорогу, которая нам нужна. Направо. Теперь будет низина. Вниз и направо. Низина будет, да. Болото справа в низине. Там такой, если это эта дорога, да. Но очень похоже, очень похоже. Очень похоже. Вот это оно, вот мы вниз спускаемся. Направо, нет? Нет? Тут оно сейчас, тут оно параллельный заезд. Да, вон просвет справа, вырубка. Да, наверное, нашли. Думаю, уже нашли. Вот, и не сюда, и оттуда, нет? Там есть дальше, да. Сейчас я покажу вам заезд. Все, нашли, оно. Вот, болото. Да, да, оно, оно, нашли. Вот, жестко. Жесткое. Вот тут заезд справа есть. Давай, через вот эта вырубка, про которую я говорил, видишь, вот она. Да. Ну, понял, как похоже, да, на, да. Только я говорил, что накатанная дорога четкая. Тут светло еще. Давай. Тут есть, пропетлять между деревьями можно. Мы как-то проезжали, я уже не помню, правда. Там можно и через низ заезжать. Давай сюда, сюда было нормально. Лево, лево. Тут такое. Вот тут 12 маньяков передавали привет бородачу в Америку. Включай, вот мы, вот тут полный. У нас. Вот тут у нас был лагерь. Подожди. Включай полный привод. А что, уже болото? Не, еще. Ну, впереди, да. Давай. Включай, и вот туда влево поедем. Не, подожди, давай остановимся пока. Ну, место это, елки, это оно. Это оно, только я его тяжело узнать пока. Не могу. Идем, походим, посмотрим. Чтобы все заехали. Не проедут там? Я освободил с дороги. Лёнь, давай! Лёня, давай, пока светло. Так, друзья. Это место. Я только не могу сориентироваться. Да, тут очень смачное место. Едь за мной! Сейчас все протестируешь. Едь, едь прямо. Аккуратно, не спеши. Не спеши. Ты пошел. Ты пошел. Не спеши. Так. Вот оно. Это болото. Подсохло, конечно. Но место классное, видите. Лёня. Посмотрите, что он творит, чудеса реальные. Реальные чудеса. Но место хорошее, не зря мы так долго ехали. Как-то оно гиблое. Гиблое, да, немножко гиблое. Я там куда-то встрял, довольно-таки не слабо. Но места хорошие. Я только не могу сориентироваться, где мы тут и как катались. Ты попробуй чуть вправо, может. Тут сзади ветка, да, ну дерево сзади. Макс! Есть. Все нормально. Все, не копай, хорош, все. Я, по-моему, приехал. Все, мне просто надо заходить. Лебедка. За светлой камерой, за более светосильной. Ты как раз нормально стоишь. Я думаю, никуда ты не денешься. Не-не. Чероки, там, где Леня проехал поверху.
машина значительно тяжелее. Пашенька, нашли, это оно. Ну я ж даже, я знаю, вырубка была вот с той стороны. Слышишь, вот тут мы тебе привет, вот тут мы на горе сидели тогда, 12 маньяков передают привет бородачу в Америку. Вот это место, Пашенька. Узнал ты хоть его? Так, Чироки поехал. Видите, есть совсем недалеко такие места приятные, где можно нормально зарубиться, протестировать в очень боевых условиях машину. Не копай, не копай! Не копай, да. На нейтралке. Просто на лебедке тянись пока. Аж автоматы просто. Ну да, просто на драйве, да. Давай, я смотрю, давай. Да, давай, Лёнь!